Я за щель. А где построились? Харбор? На леднике? Да. О, кстати, да. Это прям ностальгия. О, вижу пирамидку. Знакомая, кстати, хата. Нихера себе тут. Подожди, вот это раз. Это китайоза. Вот это справа точно китайоза из дверей. А вот это кто? Ух, а по репортам тут три чувака всего. От души. Чувак, ну я, в принципе, добежал, но я хочу зачекать вокруг чего. Когда вы успели МВК штаны выбить? Ну мы же не ты, мы же играем нормально. Пошел ты, блядь. Ты, блядь, заходишь на. Ладно, я знаешь, сам только зашел. 5 минут назад. Да. Молодец, молодец. Завтра тоже нафармлю много. Так, мне ствол, пожалуйста. Я тут вообще бомжа. А кто учил берданок? Подожди, вы говорите бирд, вы в смысле их повыбивали, никто не учил? Нет. Все выбито? Ну тогда изучи. Мне кажется, с энками еще рано бегать. Толпа бомжей просто вывалилась. Прикинь, сразу, блядь, так топнул. Да, зачекай просто. 6 рыл сразу вылезло. Че, пошлите. А где ты хочешь перерабатывать ферокс? Куда побежал? На лабе? На лабораторию. А здесь иксы распространены на рубку дерева или только чисто руда? Не, все. А, на все, вспомнил, да, я по 1,5 косаря с дерева рубал. Да смотрю, весь железный сет кто-то выкупил. Конечно же, выкупили турки, печку, экспу. Все купили, походу. Фиолку, а синьку нет, не выкупили. Но фиолка нужна. Ну, синьки у нас есть. Угу. Ну, кто-то жестко фармит. А это, что там, прям нормально перерабатывается? Ну, так нормально. Ну, немало. Он закатан. Ну, он где-то, 50. Короче, в этом, в комнатушке сидит. Пойдем. Да я иду. Я просто прожал кнопку вперед, а им на тебя работает, за тобой бежит. На твою задницу. Два тайца? Да. А, U8, вот это да, они живут. Что, может где-то ждем? Да. Че, нет? На переработчике сидите. Сидите? Я жду с главного. Ну, чтобы зашли, чтобы не съебались. Блять, я снова. Интересно, где они, блядь. Слово, ты где? Вижу чувака. На 255. У нас внутри бегает. Вон он сбегает. Внутри у нас, внутри. Да. Он в сторону это. Вот за этим зданием. Нефтепереработка. Прям сейчас перед вами будет. Да. Ферекс, налево смотри. Он бомж. Вон. Угу. Еще один. Ага. Захерачил, понятно. Да, увидел. Да. Да. Он тут. А где они сидели, мне интересно? Они не сидели, они видишь, какой тайминг получился. О, мачет сколько. Да. Они со второго выхода зашли. СМГ было. Родилась, поднимай. Адик, вы главное давайте вместе не нокайтесь. Если с вашей тимы один нокается, то другие поднимают. А я хз. Да, да ладно, пофиг. Мне кажется, мы уже наполовину его как минимум просадили. Тут челик, кстати, может он спит, чувак. Я пока дай босса убивает или еще что делать. Иду. Так, ну я вижу стволы. QBZ, охерена, калаш, сиха, пацаны, две сихи. О, крутяк. Радик, возьми какой-то ствол, слышь, возьми калаш, на, я тебе калаш скину, на одну сиху, пополам делим, если кого-то убьют, хоть второй выживет.
Ну все, все, Радик, тебе надо уровень докачать будет. Тебе надо сегодня кровь из носа сих выучить, скраб дофармим. И все, пацаны. Даже если зарейдят, по факту у нас все есть. Ну все, вообще бомба. А, она из дерева. Блять, я не могу, меня просто бесит. Это вот, вот это вот. Китайская херня, которая не строит однотипные базы. Просто однотипные базы. Смысл? С одними дверями и она заряжена. Да, кстати, она заряжена. По репортам один чувак. Кто лежит? Кто лежит? Значит, где-то этот челик все-таки залег. Топовый. Когда будешь бежать, посмотри, пожалуйста, вот с нашей стороны, да-да-да-да-да-да, вот туда-да-да-да-да, как раз и хотел. Где камушки? Нет там никого? Может, Радику не показалось? Если нет, тогда беги. Если все, ничего, беги-беги-беги. Если за этот, как его, активировано? Сейчас не за... Да, здесь он сидит, пацаны. Давай-давай-давай-давай. Он а где? О, примите тогда, он сейчас просто между этим. Да, вообще круто. Он просто вообще нам сейчас очень помог, на самом деле. Вон он плывет, я, кстати, вижу его. Он, за это, спрячьтесь, спрячьтесь. Он уже в городе видел нас. Ну, я могу сейчас по нему накидывать. Вот вы его примете, хорошо, поэтому не накидываю. Да, зажимайте, я вам сейчас помогу даже. Ну все. Давай, типа мы сразу все бахаем, все лутаем, да? Да, 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 бахаем, лутаем, забираем печки. Чекаем, что вообще не... Зайдут и прикрываем. Давай, чекаем, что. Ну, уголь. Как я и сказал, в принципе. Ты основную хату, что ли, бахаешь их, чувак? О, серка тоже есть. О, железо. Да такое, помойное. Или ты уже залутал, типа? Я залутал немного. Да, блядь, что он их призит? Прикрывай, дед, прикрывай. Ты все бахнул в печке? Здесь нет, шкафы? Нет, еще одно бахнул, вот там дальше. Вижу. Нихера тут! Нихера тут серка! Так давайте только не сливаем. Давай, 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 лутай, лутай, я еще прикрою. Я сейчас отойди, я бахну дальше. Отойди, топовый. Бля, ну где-то был. Блять, кончено управление. О, печки еще дальше. Ну, уголь. Уголь. Ага, шкаф. Чё в шкафу? Закрыт? Нет, не закрыт. Тоже забирай все. Ну, уголь. Я как и предположил, да. Миллион просто. Ну, железо тоже было. Но оно того не стоит, на самом деле, чувак. Там сера, правда, была, но в окупе, но... Да, в смысле вы уголь не забираете, блядь? Кто стреляет? Чувак где-то. Сломал лицо. Он с уголь этих... Уголь забираете с печи? Уголь. Сейчас я бахну тоже шкаф, слышь? Может там есть что? Отойди, отойди, Радик. Радик, отойди. Нехер вам... Вот здесь... Во, здесь... Иди сюда. Топовый, залутайся. Здесь ты оденешься. Вот здесь вот. Там берда, еще что-то. Бронька. Патры. Подлетаешь? Нет, кибитка не наша. Нет, ты просто подлетаешь и бахаешь, чувак. Просто без всяких, этих, какого, без задержек. Этот, вот где, вот здесь вот через вышку зачекай, где это? Одна стеночка железная. Бахайте ее и заходите на территорию. Сейчас я скажу, где. А, здесь везде одна стеночка. Вот сзади бахайте. Не со стороны... Так, тройка, тройка.
Да, кстати, турок не видно, ну-ка сейчас. Видно, а, в центре стоит. Где? Видишь? На 255 в центре. С пятерками. Не. А, вот, вижу, да. Ну, разбайтим, разбайтим. Я считаю, что оттуда надо бахать. А, уже байтит. Красава. Вот. Вообще, так, а я про что и говорю? Разбачиваем, оттуда и бахаем. Да не, я ее разбачил, чувак. Сейчас дайте я проверю. Со взрывами сюда никто не идет. Я говорю, со взрывами в последнюю очередь. Вон он, топовый турель, отойдите. Ее разбачить надо, отойдите. Да я отсюда буду байтить. С этой стороны. Ставлю, ставлю, это где? Видел, видел. Сколько? Одно. Вот. Все, а теперь вот это вот взрывайте. О, розовая хуйня пошла. Да, сейчас. Давай. Террористы. Отойдите, может там турка будет. Ну все, теперь по дверям, по дверям, по дверям. Накиньте 4. Вон, с этой... А, нет. Прямо, я думаю, нужно. Да, я не выбью сюда, выбью двери. Я налево. Думаю, надо направо идти. Застроили выход, понял? Подожди. Да. Вот, взрывайте сразу правую. Правую взрывайте. Подожди, это наверх идет. Наверху там ничего, там печная. Надо этот... Вот эту дверь взорви. Это не турка, контракт. Так, подожди, 12, 16. О, топ турка там стоит. Байтить надо, пацаны, будет. Там решетка. А, я тоже хилиться. Во, забайтил. Изи. Здесь печи наверху. Да, второй этаж печная, третий отстрелочная. Так вот, вот, вы не можете поставить тихий, но... Я говорю, вот, бахайте в этот, в решетку, бахните. Там, возможно, и турки, конечно, вылетят, но хер с ними. Нам главное зарядить. Давай, 4 еще. Все, выбил, так. Сейчас туда пробегу, отойди. Ничего. Вот шкаф здесь. У меня шкаф справа. Вот сюда. Закидывай и отходи. Ну давай, да. Расстреляем, на самом деле. Не-не-не, расстреляем, давай. Сейчас. Не, я не буду. А, у меня патриков, кстати, нет. Мне для батл пас нужно шкаф. Не-не, потом. Радик, ну ладно, похуй. Так, чё по ресам? По ресам. У него принципы, видишь. МВК 40, чекайте. 40 МВК, пацаны, что за рейды? Я тоже не понимаю, как они собираются держать хату. Так, турки, турки. А чё турка, чё с туркой стало? Я не понял. Выбили, наверное. Как? А, взорвалось, да. Ну ты топовый сюда, видишь, кидал, надо было дальше. Блин, жалко, конечно, нам турки очень нужны. Даже... Шкаф застройте. По дверям вообще не выгодно было бы. Ну и так тоже не выгодно нихера. А где, где лут, алло? Вот здесь еще турка. Не, в плане турок это хорошо. Это да, да, да. Вот лута я не вижу, пацаны, на самом деле. Это, знаете, как будто кибитка для фарма.
10 МК. Вообще не вижу этих ящиков. Не, ну как 10 МК, я тоже не вижу. 40 МВК. Пацаны, ящиков вообще нет. Кстати, турок очень много. Мне кажется, знаете, это часть какого-то клана. Просто они здесь фармили. Турок очень много. А где лут? Не понимаю. Пацаны, вообще не понимаю. Где лут? Вообще ни одного ящика. Сколько мы подняли еще? Турок. Плюс 4? А на крыше дома вообще нет? На крыше не знаю, сейчас зачекаю. Не, на крыше не было. Ни одного шкафа, пацаны. Это, короче, знаете что? Это эти два чувака, 2-3 чувака, часть какого-то клана. И просто видите, очень много китайцев, но они по 2-3 играют. Они так не играют. Они так не играют. Это получается просто часть клана какого-то. Ремовайте в ноль, пацаны. Так, что, понесли турки? А, подожди, а, еще 5-миллиметровые. Все, давай. Понесли турки.